Друзья, всем привет! Сегодня будет очень обычная, но в то же время очень поучительная история о том, как тяжело найти нормальный автомобиль на территории нашей любимой страны. И это выбор американского автомобиля. И попрошу заметить, что нифига не с нижнего ценового сегмента. В последнее время очень сильно участились продажи с женских номеров телефона. Ну вот, к примеру, звоним, девочка Елена отвечает: да, продаю машину, машина моя. Все замечательно, договариваемся, диалог ведем с ней, машина ее, договариваемся о встрече, приезжаем на встречу, звоним, говорим о том, что мы уже приехали, мы на месте. И здесь звучит сакраментальная фраза: сейчас приедет мой папа с моим мужем. Ну, вроде бы ничего страшного, обыденная нормальная ситуация, папа с мужем, девочка, возможно, там чего-то боится или не умеет показывать автомобиль. И приезжает папа с мужем в униформе продавана и один из них турок, который приехал с Германии. И именно там он долгое время занимался восстановлением автомобиля. То, как восстановлен этот автомобиль, давайте посмотрим. Так, значит, имеем Volkswagen Jetta. В принципе, автомобиль очень такой, с виду сделанный неплохо, но это с виду. Сейчас покажу моменты. Они не сильные, машина не сильно была повреждена, но тем не менее, все равно есть моменты. Моменты все у нее спереди. Значит, из того, что не доделали, это вот пластик не поменяли. Вот. Как бы неплохо. Сама номерная планка, рамка, она, полка, правильно сказать, она целая, но следы ремонта все равно по ней видны. Также вот слегка чуть-чуть подогнутый лонжерон, то есть эту машину по-правильному надо загнать сначала на развальный стенд. Ремонт, в принципе, не могу назвать так, чтобы он совсем некачественным был, но идеальным тоже его не назовешь, потому как не все элементы поменяны. Но, тем не менее, значит, по показателям. Кстати, вот что касается ремонта, вот здесь вот дверь чуть-чуть заломана. Но ее никто не делал. Это я как бы вижу. Вот, в принципе, здесь. А это свежее крыло, свежепокрашенное. И покрашено оно прям без грунтовки. Прям беда. Прям вот не очень хорошо. Прям плохо. Капот тоже покрашен без грунтовки. То есть машину сделали. Машину. Так, правильно. Ай. Машину сделали, но не до конца. Двигатель работает у нее классно. Сейчас мы еще почитаем электрические блоки. Но что касательно, в принципе. А, тут подкрылок повесили. Снизу надо заглядывать. Что касается, в принципе, машины, то надо ее сначала загонять на развальный стенд. Если по развалу у нее все хорошо, то тогда смотреть дальше. Бампер, кстати, тоже не очень покрашен. Сейчас покажу. То есть значение у нее должно быть от 110. Ё-моё. Пол жизни продаю стекла, такого я еще не видел. А, Safe Glass, ё-моё. Safe Glass — это Украина. Здесь двери не отнимались, да. Двери здесь стоят на месте. Стойка не заваленная. Ну, в общем, тут целесообразно сделать продолжение этой осмотра этого автомобиля именно на СТО. По салону сейчас я быстренько пробегусь. Ну, конечно, подготовлен салон, но в салоне, конечно, еще и курили. Второй автомобиль уже был засвечен ранее эпизодически в одном из сюжетов про американские автомобили. Ну, совсем кусочек, ну, очень маленький кусочек. Ну, кому интересна эта тема, вот тут ссылку оставлю, посмотрите. Хотя, честно скажу, видео такое себе. Так вот, приезжаем на автомобиль, который продается очень срочно, очень классно восстановлен. По фотографиям вообще такая конфета. Ну, белая машина, празднично одета.
отполирована. Следов полироли не видно. Конечно, не видно, она же белая. В общем, отличный автомобиль. Едем. Volkswagen Jetta. Сегодня у нас 4. Чуть не сказал апреля. Так, ну с этой стороны вопросов, конечно, нету по этому автомобилю. Значит, парни, которые делали эту машину, сразу говорят, что у нее был самый вот тупо дешевый ремонт. Вот это вот, ух ты, ё-моё, вот эту штуку надо было менять. Вот эта дверь с разборки, она чуть ударенная, мы крышки подрихтовали. А, то есть это ее дверь, да? Нет, это дверь с разборки. А, дверь с разборки, но подрихтована. Вот эта дверь, я скажу честно, я такого еще не видел. Ну, в смысле, эта дверь китайская, ну, типа, классно, недорого, поставили. По стойке стойка у нее целая, крыло тоже какое-то китайское. А у вас есть нормальная машина такая? Крыло, ну, в общем, для сравнения, сейчас попробую показать. Ну, даже порезаться можно. По креплениям здесь и то, как выглядит нормальное крыло. То есть везде все закруглено, везде все нормально. Здесь, наверное, как раз тот случай, когда надо сначала позвонить, а потом снимать. Не вопрос. Сейчас. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Это да. Побольше бы таких сознательных СТО. Мне так нравится, когда приезжаешь. О, машина в идеале. Особенно... Алло? Ну, в общем, на удивление, здесь очень порядочные парни на СТО работают. И все показали. Значит, ремонт здесь был самый, вот дешевле просто уже невозможно. Дешевле это просто даром. Значит, крыло здесь стоит китайское. По зазорам оно не очень. Ну, и не, дверь, и не совсем плохо. Дверь, ну да, по зазорам оно, я видел и хуже. Дверь, откровенно скажу, я такого еще никогда не видел. Ну, а не, нормальная, новая, классная дверь. Но пресс у нее такой, как пожмаканная. Задняя левая дверь, на ней стоит с разборки рихтованная. И заднее правое крыло, оно вылеплено из шпаклевки. По-хорошему его надо менять. Ну, вот сами парни на СТО говорили. Я даже еще не смотрел эту машину, они сразу рассказали. Вот, заднее левое крыло здесь надо менять, но... Хозяин этого автомобиля, который его ремонтировал, здесь надо было сделать вот тупо подешевле. Поэтому вот так. То есть безопасность у нее целая, едет она ровно. По лонжерончикам они ровненькие, хорошие. По стойкам вопросов нет, по всем остальным частям вопросов больше, чем ко всем предыдущим машинам. Ну, печально это... Нет, ну, в том формате, какие есть печальные машины, то здесь все не печально. То есть из печального то, что здесь сделать, это заднее левое крыло. Потому что все остальное оно быстренько снял, открутил, прикрутил, покрасил в цвет и будет хорошо. Но только, как по мне, нифига не за 12 тысяч. Здесь надо сделать легкое отступление и уточнить, что это СТО массово занимается восстановлением американских автомобилей. И многие правы, что пишут в комментариях, как платят, так и делаем. Но даже здесь хорошо сделанные автомобили, они не сделаны далеко идеально. Здесь ситуация какая? Здесь ситуация, человек пригнал эту машину им на ремонт. Вот, машину отремонтировали, денег он не заплатил и куда-то пропал. А вообще она на кого оформлена? Есть хоть? Есть что-то. Не, она оформлена на него, все там нормально. Он с женой разводится, как, ну, точнее, не на нем, а на его сыне оформлено. Он разводится с женой, я не знаю до конца все это, честно вам скажу. Но есть человек вопрос живой. Вопрос в другом, хорошо, перефразирую. Это окончательная цена за нее? Нет, торговый месяц, конечно. На сколько? Минимум 11500. Меньше он не может, просто говорить. 11500 дешевле не будет. Пол миллиметра это 500 микрон. Вот в одном месте есть 693. Значит, 1000 микрон это 1 миллиметр. То есть вот в некоторых местах до миллиметра даже доходит у нее. Ну, есть больше миллиметра. Ну, скажу так, если вы где-то, ну, есть 1.5 миллиметра. Все крыло.
Да, все. Два миллиметра. Полтора. Два. Так, а ну сейчас. Ну реально вся площадь. Вот я иду по чуть-чуть по всей площади крыла, и оно здесь ну, выготовлено интересно. Даже у нее линии есть, изгиба просматриваются. То есть сделано качественно. Вот, но все шпаклеванное. То есть если где-то его хорошо стукнуть, или же даже не стукнуть, вот где-то на какой-то, не знаю, на вечеринке кто-то упрется крылом, и вот оно согнется, оно сразу рэпнет. Вот эта шпаклевка, и будет нехорошо. Краска более светлая автомобиля, а вот вся боковина у нее такая желтизной отдает. Не, если вопрос станет замены крыла, нифига вы в 1000 не впишетесь. Это я вам, ну вот, однозначно. Ну, тут у дверь одна, дверь вторая покрасить, поменять, это уже 950. Плюс крыло здесь, оно не просто откручивается, здесь его реально надо высверливать, отрезать кусок боковины. То есть вот, ну поймите, заднее крыло — это несущая часть автомобиля. Вот, и здесь это уже придется резать кузов. Дальше была снова девушка, не помню ее имени, ну допустим, пусть будет Алена. Так вот, Алена говорит, все замечательно, да, машина моя, я на ней езжу, вот такой аппарат, все хорошо. И снова приезжает как бы муж и как бы не перекуп. Жарковатенько, да, значит, сделана она так себе, куча песка на крыле, крашена у нее вся правая сторона. Также крашеная стройка. Вот это меня уже плющит за день сегодняшний. Крашена у нее стойка, и крашена она с элементами шпаклевки, и влуплена снова заново. Двери у нее отнимались при покраске. Вот. Дверь меняли, все там это новое. Ну отлично. То есть вот даже вот здесь вот видны следы шпаклевки. Сейчас я достану, покажу, чтобы не быть голословным. То есть тут ремонт такой, на отцепись. Сначала парень говорил, что крашены только двери и крыло, про проем типа да, чуть-чуть подкрашивался, но такое, до конца правда не говорит. В процессе разговора выясняется, что они все-таки занимаются куплей и продажей автомобилей, и этот автомобиль был куплен лотом вместе с другим. Лот — это тогда, когда покупается, грубо говоря, там 5-6 машин сразу одновременно, и гей, побежали продавать дальше, реализовывать эти автомобили. Здесь, конечно, видно не будет, но вот потеки от того, что где-то текла водичка. Сейчас даже попробую споймать песок под лаком. Во, вот так должно быть видно на игре света. И вот так, в принципе, и проемы, и все остальное. Плюс не очень хорошо его делали. А? А она мало того, что не оригинальная, она еще не прикручена. По зазорам не стоит, все торчит. С этой стороны у нее все почти хорошо. С этой стороны тоже крыло снималось. Менялась здесь также сама боковая стойка. Вы же говорили, что только правая сторона крашена. Красили только там. Это пришло как с Америки, пришла такая и была. А, так, но и здесь даже фара тиковская с Америки пришла, но на америкос уже что-то, может быть, мутили. Так, сами, так и бы я понял. Там же умельцы уже поразводились. Умельцев, да. Плюс из неприятного хлопнула сама полка крыла, но ее сильно не рихтовали, потому что здесь номерная часть и вмешательства здесь не надо. Капот здесь по болтам типа не отнимался, но он откручивался вон там. Ну и сама стойка здесь менялась. По чашкам, по всему остальному, в принципе, по-хорошему эту машину надо посмотреть снизу, но нужно ли это. Что касается относительно правой двери, как она собрана, и сейчас попробую по звуку передать. То есть вот здесь внутри все
усилители у нее отошли. Вот на всякий случай, как закрывается задняя дверь по-глухому, и здесь приклеено, вот здесь вот все дребезжит и все совсем беда. Пошел я читать машину. Ну такая, если честно, удрочь. Других слов у меня, фонарь у нее он лопнувший. Такая. До хрена, если честно. Вот эта машина сделана намного хуже, чем та, что была предыдущая. Там хотя бы никто не скрывал. Дешевый ремонт, но из максимально дешевого вытянули то, насколько максимально качественно можно было это сделать. Здесь же вообще сделано, ну вот, плохо. Назовем это так, одним словом. Плохо, ужасно, кошмарно. И поверьте, нифига хорошего с этого автомобиля дальше не будет. Не дай бог он где-то попадет в какое-то столкновение. Пока оно читается, сейчас покажу еще прикол. Вообще слегка дырявая дверь. Да потолок там. Я уже показывал. Плюс та сторона и этот. А ну, кстати, сейчас. Ну что, типа работает. Заправлен он, конечно, по-убогому. А что, он дальше не открылся? Типа ау. И все? Это до конца? Вот, до конца. Ага, не идет он до конца. Он заглючен. Эх! Ой! Класс! И что? Давай, давай, родной, закрывайся, закрывайся. О, с руками закрылся. Ну, весело. Моя точка зрения, эта машина очень сильно переоценена. У нас вообще рынок такой, я бы сказал, переоцененных автомобилей. Очень много машин, которые хотят за свои деньги больше, нежели оно стоит на самом деле. Очень много, но во всем этом всегда можно найти что-то хорошее. Поэтому мы продолжаем поиски, хотя парень реально уже, ну, практически отчаялся. На самом деле этот автомобиль выбирал не только я. Я имею в виду наша компания, но в роли эксперта выступал не только я. Так вот, у наших экспертов не стоит задача снять картинку для YouTube. Поэтому покажу лишь только то, что осматривал лично я. На самом деле автомобилей было больше, но я вас уверяю, нифига интересного, достойного вниманию. Ну, разве что для любителей трешняка, а именно такие видео почему-то люди смотрят. Там, да, возможно, нужно было бы и прицепить, но нету качественной картинки. Доброе утро. Настало продолжение истории. Выбираем Volkswagen, Volkswagen Jetta, американец. Сегодня настала моя очередь ехать в Тернополь. До этого мы машины осматривали пока только Киев, Киевская область, но продолжение истории. Поехали. По дороге из Киева в Тернополь появилась еще одна машина в Виннице. Пока мы ехали из Киева до Житомира, человек просто не отвечал. То ли это было утро, то ли он поздно встает. В общем, на развилке, куда нам ехать, либо же налево, либо же направо, мы остановились на заправке Водкту, на заправке ВОК. Кто местный, тот знает. И вот там вот мы решили еще сделать несколько звонков. И мы дозвонились, попросили у парня ВИН-код. И, собственно говоря, из этого ВИН-кода мы увидели, что бампер и два крыла, они были нетронуты. Он заехал под что-то и был поврежден капот. Менялся только капот, он красился, менялся телевизор. Даже запускался двигатель и машина ехала. Даже не менялись радиаторы. Учитывая то, что я был с заказчиком, видеоматериала нет практически вообще никакого. Мне надо было либо же осматривать машину детально, и мы слегка спешили, потому что по дороге мы решили заехать в Винницу, а дальше у нас дорога была в Тернополь. И машина в Виннице, на мой взгляд, была достойна этого внимания, ну, несмотря на того, что человек, который продавал этот автомобиль, так себе.
Посмотрели, да, но просто непонятен момент. Написано торг, а торга совсем никакого нет. Как есть, да. Окей, хорошо, спасибо, мы услышали. Ну, по крайней мере, я сейчас Игорь подумает. 5-10. Есть у нас еще? Ну, хорошо, ребят, я тогда по делам поеду. Окей, летите, мы тогда позвоним вам. Да, на связи, спасибо. Ну, нормальный донецкий бедлам что-то. Ребят, в который раз повторяю. Не нужно покупать автомобиль на эмоциях. Не нужно показывать своих эмоций при покупке автомобиля. В этот раз человек показал эмоции, и это обернулось тем, что несмотря даже на то, что было написано в объявлении то, что автомобиль в хорошем состоянии и будет торг, торга не было. И причем парень с Донецка сказал: принципиально, торг я никакой, вообще ни копейки не уступлю, потому что я считаю, что моя машина хорошая, что моя машина отличная. И был еще один момент, но об этом немножко позже. Какой момент, какое западло сделал нам продавец. В Украине около года, и потом его решили продать. На момент продажи у него было 80 тысяч, то есть до цепей не так близко, но и не так далеко. Цепь имеется в виду газораспределительного механизма, привод, она там не одна, их там три. В общем, и нужно понимать, что если вы туда залазите, поменять что-то одно, нифига у вас не получится. Надо менять все сразу. И башмаки, и натяжитель, и саму крышку. В общем, все. Стоимость этих цепей с работой в районе 20 тысяч гривен. Ну, это средняя цена, есть выше, есть ниже. Там, когда немножко растягивает цепь, то есть угроза того, что звездочка привода распредвала или же внизу на коленвале, есть возможность того, что оно проскочит. И вот когда оно проскочит, клапана встретится с поршнем, и будет беда, будет ремонт двигателя, причем такой очень недешевый. Поэтому за натяжкой цепи нужно следить. Спиткала нас слегка неудача. Пока снимали автомобиль, были фары включены и габариты. И в общем-то, грубо говоря, убеждаешься, что верить на слова нельзя, надо проверять. Да, верить на слова нельзя. Нет, так он сказал, что поменял? Сказал, что поменял. Ну, хуй нахуй он поменял. Ну, хуй нахуй, это уже второй вопрос. Он сказал, что рабочий же, хороший. Да. Сюрприз, который я обещал рассказать, сюрприз имеется в виду тот, который нам оставил продавец. В момент осмотра электрических блоков я увидел, что у него недавно был посаженный аккумулятор. Парень сказал: я поменял аккумулятор. Все классно, мы заглядываем, красивый, свежий аккумулятор. Заменил. Ну, понятно, есть история ошибок, никуда от этого не денешься. Был просевший аккумулятор, поставили новый аккумулятор. Но проблема заключается в том, что старый аккумулятор, пока он ездил домой, новенький он вытащил, а старенький он туда чпок и поставил. А я этого не проверил, потому как обычно верить людям нужно, не всем, но так тотально перепроверять, у меня просто еще не было опыта, что могут так нахлобучить. Ничего хорошего не могу рассказать о продавце, который продал этот автомобиль. Во-первых, в объявлении было написано, что он делает скидку, торгуемся у капота аргументированно. Я ему довел все аргументы, и надо сделать дешевле, но на формате того, что человек очень сильно радовался,
парень подумал, да ну нафиг, и так купит. Ну, в принципе купил, в принципе сыграл, в принципе сэкономил, но при этом засунул еще и старый аккумулятор, от чего лично я не в восторге. Пусть это будет на его совести, ему с этим жить. Ну а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1авто. Всем удачи на дороге, всем пока-пока.